Большое зарево. Так очевидцы описывают пожар, который произошел в поселке Борки 5 февраля. Сгорел жилой дом. Огнем уничтожена площадь 50 квадратных метров. 5 февраля в 11:26 поступило сообщение о пожаре в поселке Борки в городе Рязани. Жилой дом кирпичный, кровля шиферная. Огнем уничтожен дом. Имеется пострадавший. А на пожаре погиб мужчина 1968 года. В пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава государственной противопожарной службы. Огонь заметили все соседи. Ночью они вышли на улицу. Смотрю, говорю, что это такое зарево? Я думала, вот у нас помойка, она без конца ее поджигали. Вот. Ой. Это был без 15 час. Как посмотрел, там такое было пламя. Что, все сухое. Пламя едва не перекинулось на соседние дома. Местные жители не спали всю ночь. Мы все очень перепугались. Пламя было очень сильное. Думали, что перекинется на наш дом. Вызвали пожарных. Не спали практически всю ночь. Смотрели. Как дальше все это происходит? Соседа зовут Александр, именно он и позвонил в МЧС. От пожара мужчина тоже пострадал, огнем у него повредило фасад. Благо, говорит, ветер дул в другую сторону, иначе пламя могло бы перекинуться. О погибшем мужчине все соседи отзываются положительно. Говорят, жил один, работал. О причинах пожара версии не выдвигают. К сожалению, это не первая жертва, которую унесло с собой пламя. 30 января на пожаре в Шилове погибла 67-летняя хозяйка квартиры. На следующий день в Мурмино сгорел жилой дом. Погиб мужчина. 1 февраля пожар в многоэтажке. Также погибший мужчина. Это статистика недели прошлой, касаемо только погибших. Эвакуированных, конечно же, больше. В региональном МЧС предупредили, что причины пожара могут быть самыми разными. Уважаемые рязанцы, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Неукоснительно соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое имущество и жизнь от огня. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».